Ребят, всем огромный-преогромный привет. Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. И я думаю, что очень многие заметили, что на моем канале появились комментарии с фейковых аккаунтов. И эти аккаунты используют чужие данные. Чужие данные – это фотография, название канала. Ну, название канала потом уже менялось, и один из таких аккаунтов даже забрел не по случайности однажды ко мне на стрим. Знаете, ну, не очень приятно было читать такую ерунду. Ну, знаете, я такой человек, что любую ерунду могу перевернуть в шутку, и благодаря своим подписчикам мы это и сделали. Но на самом деле при всем понимании и непонимании Мансура я никогда не поддержу вот такие вот действия. Действия, когда используют чужую фотографию, чужое название канала. Потому что первое – это уже самое настоящее свинство. И также я понимаю, что очень многие люди не любят, даже ненавидят Мансура. И я это знаю. И также вы прекрасно знаете, что я принимаю любое мнение, даже если оно и близко не совпадает с моим. Если оно без оскорблений, без унижений. И по той причине, наверное, что мы все разные, все мы мыслим по-разному, воспринимаем по-разному. И я даже где-то что-то сама начинаю понимать, додумывать, домысливать, рассматривать. Но вот именно такие действия я точно никогда не поддержу. Я понимаю, что это идет атака на канал, делающий добро. Я понимаю, что это именно делают те люди, которые ненавидят Мансура. И, наверное, они пытаются сделать все, чтобы он перестал помогать бабе Ане. Ну, или Людмиле. Но Людмила сейчас находится в больнице, и пока она не нуждается в помощи. Но никто не подумал, что будет с бабой Аней. Мы все с вами хотим следить за тем, как она живет и что с ней. Я не думаю, что это лучший вариант тех людей, которые пытаются вот так вот поступать. Поэтому, ребят, я никогда не поддержу вот такие действия. В общем, надеюсь, мы с вами друг друга поняли.